Приветствую всех на канале Автоток. В данном видео у нас будет обзор нашей новинки. Это штатный магнитола в стиле Tesla для автомобиля Lexus LX570. Данный девайс подходит для машин с 2007 по 2015 года. Вот, крайне интересная модель, довольно редкая. Пластиковый корпус серого цвета, хорошего качества исполнения. Идеально пишется в интерьер автомобиля. Вот, ну, крепление и форма головного устройства позволяет установить без проблем, без щелей, зазоров и прочих доработок. То есть будет стоять в панельке, как будто там и была. Вот, дисплей у нас Full HD, просто огроменный, 13 дюймов. Сенсор направления у него. Вот, имеется климат, естественно, на дисплее. Ну, помимо основных механических кнопочек, которые на панельке присутствуют, также есть и весь климат на дисплее. Он, естественно, работает. Но при подключенной к автомобилю, само собой. То есть можно настроить здесь все, как вам удобно. Также имеются специальные датчики положения автомобиля. Тоже очень удобно, особенно если вы любите бездорожье. Так, что еще? Давайте по характеристикам пройдемся. Здесь у нас довольно мощная конфигурация. Шестиядерный процессор стоит. 4 гигабайта оперативной памяти, 32 гига внутренней и Android 8.1. То есть вполне себе современная модель, производительная. Вот. По приложениям, естественно, есть радио, встроенный радиотюнер, вот такой вот интерфейс. Ничего лишнего, все просто понятно в настройке. Частоты можно регулировать с помощью этого. Здесь можно сохранять настройки, то есть как вам будет угодно. И само собой эквалайзер есть, можно настраивать звук под себя. Баланс звука в машине тоже, в общем, очень удобно. Огромный дисплей, очень удобно пользоваться, сенсор емкостный, как можно видеть, очень прекрасно реагирует на все. Есть шторочка. Вот. Не на всех Теслах она есть, здесь вот она присутствует. Что еще? Присутствует навигация, само собой. Google карту ставит по умолчанию уже, но можете поставить любое другое приложение. Благо Android поддерживает множество навигационных систем. И пользоваться на здоровье. Так, аудио-видеоплеер, поддержка множества форматов медиафайлов. Как с внутренней памяти, так и с внешних носителей типа USB флешек, жестких дисков, который поддерживается до 2 терабайт. Вот, тоже касается и видеоплеера. Вот он у нас. Так, что еще интересного? Здесь Bluetooth, само собой, присутствует. То есть поддержка гарнитуры свободной руки, смартфонов различных, трансляция звука, изображения. Тоже все это есть. Набор здесь есть тоже. Очень удобно пользоваться, чтобы не отвлекаться от дороги. Держать телефон в руках. Так, что еще? Mirror Link. Ну вот, собственно, про это я и говорил. То есть трансляция изображения. По USB, по Wi-Fi можно. Без проблем. Так, самое интересное сказал. Ну и стандартный набор приложений. Поскольку это Android, есть Play Market. Как я уже говорил, Google карты, браузер, Chrome. Тоже все. Вкладочки основные имеются. В общем, все самое необходимое есть. Но при желании можно установить различные приложения с Play Market, поставить дополнительные устройства, типа OBD адаптеров тех же. Вот, все это есть. Возможность подключения к Wi-Fi, к интернету. Либо через USB модем настраивать свою связь. Вот, хорошая качественная магнитола, новинка. Торопитесь, очень приятная вещь. Вот, гарантия 12 месяцев на нее. Отправляем по всей России транспортными компаниями, почтой. Также имеется у нас оплата наложенным платежом, ну, то есть только при получении, если вдруг какие-то сомнения испытываете, посмотрели, понравилось, забрали. Вот, ну и что касается технической поддержки и техобслуживания, ну вот, все это имеется, постгарантийное обслуживание точнее. Все это имеется. Можете проконсультироваться с менеджерами. Если какие-то вдруг проблемы возникают, ну, всегда можете поменять на другую магнитолу, либо вернуть деньги. С этим проблем не будет. По комплектации идет у нас сама магнитола. Так вот она выглядит. У нас распиновка. На задней панельке присутствует у нас разъем. Даже DisplayPort. Очень удобно. Ну, под GPS, под Wi-Fi усилитель, под антенну. Все необходимое есть. Фишки подключения. Тюльпанчики RCA под аудио, под видео, они подписаны, тут с установкой проблем не возникнет. GPS модуль с Wi-Fi антенкой, усилителем.
Выносной микрофон даже есть. И очень приятная вещь, это блок для подключения штатного кругового обзора. То есть обычно очень не подходит, скажем так, к Теслам штатный круговой обзор. А вот с помощью этого блока можно подключить, и все у вас будет прекрасно работать. Также они у нас продаются в наличии и отдельно, то есть, если интересно. Вот. Вот такая вот магнитолка. Ссылка будет в описании под видео. Если есть какие-то вопросы, оставляйте в комментариях. Спасибо за просмотр.